Дорогие друзья, Олег Грабко. Бомба Питер. Ваши аплодисменты. Аплодируем. Ребята, эти ребята сегодня решают серьезные вопросы. Слава Кондор. Представитель, да, фестиваля «Живой». Большой фестиваль. Валера Михадовский. Это компания «Триплет», которая тоже очень классные штуки для музыкантов. Валерий и артистов. Into Music, продюсерский центр, лейбл. Хлопаем, хлопаем, друзья. Здесь все крутые ребята, я не понимаю, вы что, блин. Елизавета Старостина. Это It Music, представитель It Music, интернет. Аплодисменты. Журнал музыкальный. Ника Грин. Сатрелиз. И, друзья, Алексей Мурашов, главный в Сия Революшн. Алексей Мурашов, ваши самые бурные аплодисменты, друзья! По-моему, вы не так любите Революшн, как мы с Пашей. Ваши бурные аплодисменты, друзья! Я люблю Революшн! Вот, это больше Революшн вопрос. Любит тебя! Ваши аплодисменты группе Almost Meet You. А сейчас готовится выступать группа JF. Ваши аплодисменты группе JF. Где ваш рок-н-ролльный дух, что с вами случилось? Вы что, устали? Мы здесь всего 6 часов, ну о чем вообще? Вы, возможно, отвыкли поднимать вторую руку вверх. Поднимите ее вверх и начинайте ими хлопать вместе. JF! Группа JF! Ваши аплодисменты! Что, добрый вечер? Что очень классные группы сегодня выступают на сцене. Очень приятно смотреть и слушать. Очень приятно вообще здесь находиться. Мы постараемся поддержать эту тенденцию. Поддержите нас, пожалуйста. Down the street, she gets
Я тебя люблю, последний силы, скажем, кто-то, скажем, неужели я, это ведь последняя героя, не подними меня, но это не я, это ведь последняя героя.
переступаешь порог безопасности, скулешь в дверях и снова принесла. Но и здесь нет покоя, здесь нет покоя, и в первую очередь важен улов. И опять лишь приходит пробежаться, все попытки урвать тишины превращаются в дом, которая дарит лишь новые раны. Yeah.
Ну что, ребята, как заходят, нормально? Спасибо организаторам, ребята, вообще крутой праздник сделали. Спасибо, ребята. Спасибо. Ну, собственно, последняя песня сейчас просто уничтожит все. Паш! Потерял своего парня. Друзья, ладно, давайте начнем ритуал поднимания одной ручки вверх. Одной ручки, молодой человек. Мне нужна помощь. Включите, пожалуйста, свет. И дайте мне моего парня в кепке. Что за дела? Фил! А, ладно. Поднимаем ручку. Держим. Паша. Ай-яй-яй. Я вижу, да. У кого-то штраф сегодня будет, да, Паш?
Держим ручки, все должно быть честно. Пока не сойдемся, мы вас не успокоимся. Держим руки еще раз. Не, нам уже все нравится дальше. Ой, нормально, все же подкачали скелет. Спасибо, GF!